Canon PowerShot G9. Замена верхней панели управления. Для начала фотоаппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon PowerShot G9 разбор. В большинстве случаев поводом для замены верхней панели является попадание влаги или лопнувшая пружина зума. Откручиваем винты, фиксирующие верхнюю панель управления. Пинцетом отщелкиваем шлейф и коннектор микрофона. Пальцами снимаем панель. На верхней панели управления находятся переключатель чувствительности, крепление для внешней вспышки, переключатель режимов работы, кнопка спуска, кнопка включения и рычаг зума. Новую верхнюю панель управления прикладываем к корпусу. Пинцетом защелкиваем коннектор микрофона и фиксируем панель. Защелкиваем шлейф. Все, верхняя панель управления заменена.